have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, мы с вами остановились на компании Spooky Turtle, черепаха. Я вам скажу честно, я это прошел, но я это прошел очень читерским способом, сейчас вам просто покажу, как это происходило, потому что это очень сильная комбинация здесь, там и чифтан, и кто хочешь есть. Я поставил вот сюда вот, вот сюда примерно, рипера. Сразу же взял его под контроль и стоял вот тут вот ждал. Сейчас я не знаю, сколько времени это займет. Давайте я нажму на паузу и вернемся. Вон, видите, они идут. Они уже идут. Они идут сюда. Главное было добиться, чтобы они пошли или с этой стороны, или с той стороны. Но главное, чтобы они пошли, они уткнулись там возле пещеры. Теперь, из-за того, что у них есть метатели... И всякое другое. То есть шаманы, ладно. Хотя шаманы тоже очень опасные. Но из-за того, что есть метатели, нельзя постоянно здесь стоять. Они подойдут и нафигачат. А когда они нафигачат, то будет не очень хорошо. У них также есть чифтаны, которые очень крутые, перцы. Кстати, фишка в том, что метатели у них немножечко... Ну не то, что у них немножечко читерские, а... Видели? Они могут кидать под таким углом. Когда я играю за метателя, то у меня такой фиг получится. Смотрите, они скапливаются все там внизу. Я вообще рассчитывал на то, что они просто скопятся и упадут. Но они еще твари и не падают к тому же. Ну, может быть, один или два из них падают, а так, видите, они просто приходят и стоят здесь. Падайте, твари. Я не вовремя начал спускаться. Я начал спускаться, и в меня сразу же прилетели копья, которые мне убили. Копьеметы очень сильные. В общем, у меня случайно получилось с первого раза, что я просто на них упал. Одной косой всех вот так вот их убил. У меня осталось чуть-чуть жизни, и на меня еще вышел чифтан. Я от него давай отмахиваться, и в общем, получилось... Почему я это все не записал? Потому что, елки-палки, я перед записью провозился где-то полчаса, пока у меня это получилось. Это очень тяжелый уровень. Я вам сейчас показал стратегию, которой я пользовался, но это нифига не значит, что она правильная. Так, у нас есть 5000, значит, я могу поставить 2 рипера. Давайте посмотрим. Вороны. Вот вороны — это не очень хорошо. Да, видите, вороны моментально убивают рипера. А до ворон я не дотянусь, смотрите, они сейчас зап... Забери его! Победа! Каким-то чудесным образом. Я думал, что вороны меня сожрут. 9000, что на меня выйдет? Что на меня... Почему 9000? Кто здесь? А, тут просто очень много косарей. Давайте тупо попробуем. Я не знаю. А чё стоим? Чувак стоит. Типа эти чуваки, это очень много урона, если чё. Мне мешает ворона. Давайте мы сделаем вот так. Я просто возьму одного, попробую под контроль. И попробую пойти на ворону. Если меня не убьют сходу. Меня убьют сходу.
В этот раз еще и косари дошли. Все, я понял, хорошо. Беру свои слова обратно. Эти ребята очень эффективны, если что. Как и любые слабые юниты в больших количествах, они прям очень эффективны. Они прям давят косарей, смотрите. Дойдите до вороны. Вот, отлично. Хорошо, ворону убили, нам вроде более-менее ничего не угрожает. Все, отлично. Да. Эти ребята очень классные. Эти ребята прям очень хорошие. Блин. Лучники, рыцари. Рыцарей много. У нас 3000 всего лишь. Лучники меня больше всего смущают. Они их просто посбрасывали, хорошо. Куда ты пошел? Ну вот, молодцы, дебилы, они тут застряли. Их тут сейчас по-хедшотают, смотри. На самом деле неплохо. Блин. Это все, что у меня осталось. Блин, это очень мало. Мне нужно... Что бы я хотел? Эти ребята очень эффективны, но мне нужна для них какая-то... Какая-то броня, блин. Вот эти, но это неэффективно, потому что их лучники разнесут. Они очень быстро справятся сейчас с этими. Но, да, видите. Мне бы что-то хорошее против лучников. Слушайте, может вампиры? Ням-ням-ням. Я думаю, да. Я думаю, это наш шанс. Вампиры против лучников очень хороши. Просто сожрали. Три короля. Так, ну стрелков нету, да? Стрелков нету. Уносите их, не подпускайте! Нет, к ним вломились. Идея была хороша, просто вот эти чуваки, они расставлены таким образом. Я бы, наверное...
Вот так вот их отвлек бы. Блин, они разделились. Давайте, поддайте огненной мощи. Но этих разнесли. Нет, так уже не годится. Хотя план был хорош. Проблема в том, что рыцари кидаются. План был хорош, но рыцари кидаются, и у рыцарей и щиты, и вообще все это... Давайте вот так. Классно, мы хиллеров просто сожрали всех. Блин, ну последний остался. Блин. Ну это тяжело. Ном-ном. А, ну чё, типа опять читерство, что ли? У них стрелков нету. А я на дерево... А, я на своей стороне могу такое... Ну, это логично. Ну, иди сюда. Давайте, у вас стрелков нету, подходите. Подходите и падайте желательно. А чего вы не падаете? Молодцы, давайте, давайте. Летим отсюда. Нафиг. Подходите, ребят, не стесняйтесь. Прыгнул, улетел, прыгнул, улетел. Хорошая тактика. Это почти работает. Почти. Тут есть провал? Сюда пройти нельзя. О, я тогда тут хочу, наверное. Знаете что? Раз, два, три. И четвертый вот здесь. Не-не-не, не надо Хардбирдена. Так, мелких выхватываем. Улетел. Выхватывай мелких.
Блин, там король застрял еще один. Нет! Нет! Это почти сработало, погодите. Вот эта тактика оборонительная, она в принципе рабочая. Иди сюда. Там, в принципе, их немножечко разносят. Не так, что прям сильно, но... Так, главное рыцари сейчас выкидывать. Там хилеры эти идут сраные. Иди отсюда. Хендервирден, не надо вот этот вот мне тут. Все. Так, король там застрял. Вопрос в том, могу ли я ему там наносить урон. Очень надеюсь, что да. Блин, остались мы на один на один с королем. Король там застревает. Там, по-моему, еще кто-то застрял, кроме короля. Хотя. Да! Это сработало. Только читерскими методами, только читерскими способами. Да вы там нафиг офигели все, что ли? Угу. Ну почти. Баллиста ж сюда не может стрельнуть. Блин. Ну, почти. Нет, я верю, что это можно сделать. Наша самая большая проблема — это баллисты, да? Блин, меня другая баллиста убивает. Погодите, а если дождаться? Вот реально, если дождаться. Поставить здесь...
Кто, извините? Так. Моя проблема в чем? В баллисте? Где она, кстати? Она живая? Отходим. Так, третья баллиста. Отпусти. О, третья баллиста тоже целая, но они застряли. Нет! Они сами себя убили. Супер. Фух, напряжненько. Опять чертовы баллисты. Зевсы! Нет! А кто еще живой остался? А! Четыре Зевса! Но так же нельзя! Извиняюсь, ребят. А кто еще остался? Это было крайне читерски сейчас, если что. Тогда... Нет, ну реально, он там заперся.
этот придурок там заперся и не выходил. В этот раз получилось хуже. Так, предлагаю. Вышло еще хуже. Так, идея с вампирами правильная. Идея с риперами не уверен. Блин, Зевсы, они сейчас нам все поломают. Да. Черт, а как тогда? Вампиры по 200 и свечки тоже по 200, поэтому... Тогда, кстати, вышло неплохо. Подходите к Зевсам! Это очень сложно. Может, вот так, кстати, сделать? Что? Я просто двух скелетов поставил. Давайте сюда рипера и сюда рипера. Таким образом я сэкономлю себе немножечко. Иди, пожалуйста. Блин, у них офигенная фора просто. Наши ребята медленные. Пока они медленные, к ним просто берут и подходят. Так. Этот опять зацепился. Да выйди ты, придурок. Блин,
Это сложно. Ладно, ребят, тогда давайте на этом заканчивать. У нас очередной уровень, на котором мы залипли. Вообще, сколько там осталось до конца этой кампании? Это даже не последний, это храм, блин. Не очень много мы сегодня прошли, но реально сложные уровни. Ладно, ребятушки, спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек и всем покеда.